сидят. Выездные катаются, как лохи. Сказал лох, да? Нет. Я лох только со вторника. Пока еще в барьере. Ну вот, расскажи об этом зайце. Ты убираешься, а этот заяц тебе помогает. Ну, почти. Скорее мешает. Почти, но наоборот просто. Леша, это... Почему он у тебя там ест какую-то фигню? Я не знаю. Давай отсюда. Давай. Смотри, он злится на тебя. Давай. Он раздражен. Лешек, ты же любишь людей? Мария, ему именно через сетку было интересно кусать меня за палец. Обратно залез. Кто бы сомневался, что он это сделает. У нас же больше песка нигде нет, кроме этой сетки. Ой. Целый балет песка. Тяжелый заяц, тяжелый. Оп, сбежал. Он опять выбросился. У него просто план побега, что ты возьмешь сито, не заметишь его, кинешь в ведро и вынесешь за пределы вольера. Но нет. Место здесь. Все, он убежал. Он обиделся мне. Лёшик. Лёшик. Привет. Ты тоже Лёшик же? По-моему, он и есть, нет? Нет, тот вроде там. Все. Нет, чуть другой Лёшик. Довольный мною. Хотя, может быть, и то он и есть. Это тот, кто? Кто вы? А, это зеленая голова. Ого, зеленая голова. Вон зеленая голова. Вон она. Которая зайка сидит? Вот она, да, большая такая. Вот, тянется она сейчас. Выросла зеленая голова. Зеленую голову я очень рада. А, вон маленький еще Лешек там сидит. Второй. Я пока не двигаю эту штуку, не вижу. Ну, можешь двигать. Ну, ты помнишь, как ее двигать. Что не надо браться за вот эту балку. Берись за крышу. Ну ладно. Ему как-то... Как-то все равно, что ли? Я хочу к маленькому Лешику пойти, но там куча зайцев, и я думаю, они все побегут. Ладно. Забирай своего зайца. А я пойду.